тем, жители Мариуполя рассказывают уже о том, что в городе начались аресты, которые проводят боевики Национальной гвардии. Причем задерживают всех подряд. Нацгвардия, вот это, ну, батальон, вот этот Ляшка, там, я ехал в центре по работе, там, с магазина выхожу, они едут в сторону аэропорта, 4 машины и 2 джипа. Сейчас начали дергать людей, вот у нас буквально там у знакомой дернули брата, он таксист, и сейчас ему предъявляют, что он торгует оружием. Вот это да, то есть она... И он пропал, его забрали, его не видно, не слышно, а парень просто таксист.